A special welcome to all Angel TV viewers who are watching this program. Приветствуем всех зрителей Angel TV, которые смотрят нашу передачу. The name of the program is Prepare to Meet the End Times. Наша программа называется «Приготовьтесь встретиться с последним временем». Its purpose is to bring awareness and to prepare us for the end times. Цель нашей передачи – познакомить с последним временем и приготовить к нему. The topic of discussion is a warrior in faith. Мы говорим на тему «Воин веры». In the previous session we discussed what you need to become a warrior in faith. В предыдущей передаче мы говорили о том, что необходимо, чтобы стать воином веры. One of the items we need is habitation. Важнейшим условием является позволить Христу вселиться в вас. It is the habitation of God in us. Когда Бог вселяется в нас и обитает там. How can we define habitation? Как можно определить это понятие, это слово? I will explain it in a prayer that the Lord gave me. Я объясню это молитвой, которую дал мне Господь. Maybe you too can write this down and recite it yourself. Возможно, вам необходимо тоже записать ее и использовать. The prayer goes like this. Эта молитва звучит так. Blessed Jesus, my soul cries out to you in response to your love. Благословенный Господь Иисус, моя душа взывает к Тебе в ответ на Твою любовь. I would rather come to you than build 10 cities. Я лучше приду к Тебе, чем построю 10 городов. No accomplishment brings the joy and deep satisfaction that comes from you. Никакое достижение не приносит столько удовлетворения и радости, чем встреча с Тобой. Being near to you and feeling my hand in your hand. Чем быть рядом с Тобой и чувствовать, как моя рука в Твоей руке. Loving Savior, blessed be your name. Любящий Спаситель, да будет благословенно имя Твое. Make me will to do your will. Дай мне свои желания, чтобы я исполнял Твою волю. And show me plainly the path of your choosing. И ясно покажи мне путь, который выбрал ты для меня. Let me walk in harmony with you. Позволь мне ходить в гармонии с тобой. Neither run ahead or question what you're telling me. Не забегать вперед и не сомневаться в том, что ты говоришь мне. For I know you that all your ways are righteous. Потому что я знаю, что все твои пути праведны. And all your paths are peace. И во всех твоих путях мир. Your song is a song of joy. Твоя песня – это песня радости. Your steps are sure, and your way is a way of victory. Твоя поступь уверена и крепка, а твои пути есть победа. You have triumphed over all your foes. Ты одержал верх над всеми врагами своими. You shall overthrow the thrones of the mighty. Ты повергнешь престол могущественного противника. But you crown us the righteous with glory. А ты венчаешь нас праведностью и славою. Your kingdom shall be forever and ever. Царство твое будет вовеки. An everlasting kingdom that shall never be cut off. Вечное царство, которое никогда не падет. My dear brothers and sisters. Дорогие братья и сестры. When you permit the habitation of God in your life. Когда вы позволите Богу обитать в вашей жизни. Your old self will disappear and you will feel more of the presence of God in you. Ваше я будет отходить на второй план, и вы будете чувствовать больше присутствия Божьего в своей жизни. When we have the habitation of God in us. Когда Бог обитает в нас. Indeed you can rise up as a warrior of faith. Вы восстанете, подниметесь как воин веры. Let us turn to the book of Psalm chapter 26 and read verses 8 and 9. Откроем 25-й псалом. Псалом, прочитаем 8 и 9 стихи. Lord, I have loved the habitation of your house and the place where your glory dwells. Do not gather my soul with sinners, nor my love with the bloodthirsty men. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными. King David knew what was to have the habitation of God in him. Давид знал, что значит иметь жилище славы внутри себя. And he expressed it in the book of Psalms many times. И он многократно выражает это в книге Псалмов. Now let us turn to 2 Corinthians chapter 5 and read verse 2 and 3. Откроем второе послание к Коринфянам и прочитаем
5 главу, 2 и 3 стихи. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed with our habitation, which is from heaven. If indeed, having been clothed, we shall not be found naked. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. It does not end in habitation. It goes further. Но дело не заканчивается только в том, что Бог обитал в нас. Above all things, God wants us all to become overcomers. Больше всего Бог хочет, чтобы мы стали победителями. He reminds us 7 times in the book of Revelation. Он напоминает нам об этом 7 раз в книге Откровения. It is important that we look at all these reminders. Очень важно внимательно прочитать все эти напоминания. Let's turn to the book of Revelation, chapter 2, and verse 7. Прочитаем Откровение 2:7. This is an address to the loveless church of Ephesus. Это обращение к Эфесской церкви, которая утратила первую любовь. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. With habitation of God in you, you can also be an overcomer. Когда Бог обитает в вас, вы можете быть победителем. Now let us read Revelation chapter 2, verse 11. Теперь прочитаем 11 стих 2 книги Откровения. This is addressed to the persecuted church, Smyrna. Это обращение к гонимой церкви в Смирне. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. What a wonderful encouragement to seek for habitation. Какое чудесное ободрение для нас, чтобы мы искали воцарение Бога в нас. The third reminder. Let us turn to the book of Revelation, chapter 2, verse 17 this time. Третье напоминание. Откроем 17 стих 2 главы книги Откровения. This is referred to the compromising church, which is Pergamos. Это обращение к церкви в Пергаме, которая пошла на компромисс. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which is no one knows except him. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Habitation brings an open door for you to enter into the spirit realm. Бог вселяется в вас, и перед вами открывается дверь в духовный мир, в который вы можете войти. And as you enter, you will experience wonderful things that you have never done before. Войдя в нее, вы испытаете необычайные вещи, которые раньше не переживали. Now let us turn to the book of Revelation, chapter 2, verse 26. Прочитаем 26 стих 2 главы книги Откровения. It refers to the corrupt church in Thyatira. Это обращение к церкви, которая впала в заблуждение в Фиатире. He who overcomes and keeps my words until the end, to him I will give power over the nations. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. As a warrior of faith, you will experience this power. Будучи воином веры, вы испытаете эту силу. But you will only use this power for the glory of God. Но вы должны использовать эту силу только для славы Божьей. Now let us look at the fifth reminder in the book of Revelation, chapter 3, verse 5. Давайте посмотрим пятое напоминание, которое есть в книге Откровения 3:5. It refers to the dead church, Sardis. Это обращение к церкви в Сардисе, которую Иисус называет мертвой. He who overcomes shall be clothed in white garments. And I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имя его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и перед ангелами его. The sixth reminder. Let us turn to the book of Revelation, chapter 3, verse 12 this time. Шестое напоминание. Обратимся к третьей главе книга Откровения, 12 стих. It refers to the faithful church of Philadelphia. Это обращение к церкви верной, в церкви Филадельфии. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God,
the new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and I will write on him my new name. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Now let us look at the final reminder, and it's in Revelation chapter 3, verse 21. И прочитаем последнее напоминание, которое мы встречаем в Откровении 3:21. It refers to the lukewarm church in Laodicea. Оно обращено к теплой церкви, которая находилась в Лаодикии. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. All these reminders are given to us so that we can overcome. Нам даны все эти напоминания, чтобы мы могли стать побеждающими. But before overcoming, we need the habitation of God in us. Но прежде чем стать победителями, нам необходимо позволить Богу вселиться в нас. So that we can be warriors of faith. Чтобы мы стали воинами веры. And in our walk with God, he will give us many gifts to solve problems. Когда мы будем ходить с Богом, Бог даст нам множественные дары, много даров, чтобы мы могли решить свои проблемы. The bigger gift he gives you, the bigger the problem you will confront. И чем больший дар мы получим, тем большие проблемы мы встретим на своем пути. God wants us to learn how to discern things in the battle. Бог хочет, чтобы мы научились различать различные вещи во время сражения. What will happen when we learn to discern things of the Spirit? Что случится, когда мы научимся различать духовные вещи? It protects us from the enemy. Мы получим защиту от врага. The enemy is cunning, but we can overcome him by the blood of the Lamb. Враг хитер, но мы побеждаем его кровью Агнца. Overcome him by the word of our testimony. Мы побеждаем его словом свидетельства своего. Overcome him when we are prepared to go all the way, even though we can be martyrs. Мы побеждаем его, когда мы готовы пройти весь путь, даже если этот путь будет дорогой мученика. There's an encouraging word in the book of Revelation, chapter 12, verse 11, and it goes like this: and they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they did not love their lives to death. Есть очень сильное слово ободрения, которое мы видим в Откровении 12:11. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Part of the lessons of learning to become a warrior in faith. Частью уроков, которые нам необходимо усвоить, чтобы стать воином веры. We need to be aware how the enemy attacks us. Состоит в том, что мы знали, как враг нападает на нас. What are some of the ways the enemy uses to restrain us from fulfilling our purpose in life? Каким уловкам враг может прибегнуть, чтобы удержать нас от исполнения нашего предназначения в нашей жизни? He sends Trojan horses for us to accept in our day-to-day living. Он может посылать нам троянских коней, которых мы принимаем в свою повседневную жизнь. What are Trojan horses? Let's expose them and name some of them. Что это за троянские кони? Давайте раскроем некоторых из них. The first is when we move in arrogance. Первое, когда мы двигаемся, когда мы ходим в надменности. Arrogance is the opposite of being humble. Надменность противоположна смирению. The next is when we are being stubborn. Следующее, когда мы упрямы. When we are not being pliable to the work of the Lord. Когда мы не подчиняемся Слову Божьему, труду Божьему. Next is when we let pride come in us. Следующее, когда мы позволяем гордости войти в нас. We need to stay meek before the presence of God. Но нам нужно быть кроткими в присутствии Божьем. Next is when we have short-sightedness in the vision that God gives us. Далее, когда мы близоруки в том видении, которое Бог дает нам. We need to have God's vision instead of what we want. Нам нужно иметь перед глазами Божье видение, вместо того, чтобы думать о том, чего хотим мы. Next is unbelief. Далее, неверие. We need to always believe the truth. Нам нужно всегда верить в истину. Then we are on the right path. И тогда мы встаем на правильный путь. Next is insecurity. Следующее, незащищенность. Knowing that all the troubles that we go through,
the Lord is carrying us. Знайте, что во всех наших трудностях Бог понесет нас. The next Trojan horse is fear. Другой троянский конь – это страх. When we fear, we cannot think straight. Когда мы боимся, мы не можем размышлять, рассуждать здраво. So when fear attacks us, go for the love of God in you. Поэтому, когда на вас нападает страх, ищите Божьей любви внутри себя. And true love, you will find the right way to move. И в истинной любви вы узнаете, куда нужно двигаться дальше. The next is lies, when the enemy brings half untruths to us. Следующий троянский конь – это ложь, когда враг подсылает нам полуправду. How many of you know that the enemy lies to you? Вы знаете, что враг врет вам, лжет вам. The next Trojan horse, which affects all of us in a great way, is trauma. Следующий троянский конь, который, как правило, оказывает на нас сильное воздействие – это травма. Trauma sets us back. That is why we need a greater measure of God.